А нас тут уже больше. Уже 12 штучек. Да, маленькие мои, маленькие, маленькие. Вчера еще добавила вечером. Ну, уже ночью получается. Еще 5 сюда добавила. Было 7. Еще 5 добавила. Забрала от уточки. Получается 12 штучек здесь уже. Вот таких вот малыши. Еще яйца под уточкой остались. Сегодня утром еще не смотрела, что там у нее делается. Вылупился кто-то или нет. Но я так думаю, что вылупились утятки. Но я не заглядывала, еще не смотрела. Пошел дождик. Ура! Дождик, дождик, проливно. Но он еще такой. Неплохой, хочу сказать. Прямой, не косой идет. Спокойный дождь. И я стою, мочусь под ним. Со всеми. Не, я сейчас под дерево встала. Я умная, как утки. Они тоже прячутся под дерево. Все радуются дождю. Гусята, кутята, курята. Так, ну, надо вам комбикорма насыпать. А те гуськи пролезли в огород. Малышня. Он, видите? Вон они. Так что так. Ну, я вам сейчас не буду корм давать. Сожрякали. Пройдет вот этот дождик, утихомирится, я тогда вам насыплю. Но у цыпок есть все. У цыпушек моих есть все. Да? Цыпляточки, ребятушки, зайду к вам. Давно не заходила к вам в гости. Да-да-да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Слетелись тут все. Да. Вот такие уже большие эти забегали, смотрите. Побежали, побежали. Ой-ой-ой-ой. Смотрите, а тот гуська уже бегает мне за пределами загона. Как он выскочил? Через нижнюю дырочку, наверное. Ну, здесь тихо, спокойно. Как всегда. Никто никого не обижает. Малышня растет. Но мне кажется, они так медленно растут, вот эти вот мелкие. А может, мне так кажется, я тороплю время. Нормально, может, растут. Зато вот эти вот уже какие, да? Тоже казались маленькие, вон какие вымахали, уже большие. Ну, я, наверное, время тороплю. Хочу быстрее, чтобы они выросли. И прячется вот в этом домике, видите? Говнюшки. И спать ложатся тоже там. Я их так и выгоняю. Думаю, надо закрыть вход. Я один раз закрывала еще этот вход. Не один раз, а много раз вот этот вход. Чтобы они там не заходили. Был толк. Но они начали мне на крышу залазить. Спать. Потом опять туда. В общем, не могу я их перевоспитать. Наверное, уже только, знаете, что перевоспитает. Топор. Топорчик перевоспитает. Насыпать им, что ли, а то долбает ту пустую кастрюляку. Да, сейчас я понесу. Иду, иду, иду. Несу, несу, несу. Да. Да, да, да. Давай. Налетай. Ну, сюда насыплю. Раз такое дело. Не хотела подъезжать сыпать, но... Ну вот сыплю, короче говоря. А ты как вот туда залез? Вот теперь что ты будешь мне? Бегать тут? А? Иди сюда. Опа. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Да, беги. Ну, те шмакодявки под дождем. Похожу немножко.
Надеюсь, моя видеокамера не глюкнет от этого. Вон, пошли гулять. Ну и пусть гуляет. Пусть гуляет, наедает мордочку свою. Да? Я их не гоню. Пусть, господи, что они мне тут вред какой-то принесут. Не думаю. Не думаю. Проведаю моих петушков. Вот когда бы я еще погуляла, да? Как не в дождь. Они спрятались. Я же им тут сделала крышу. Петушки умные, да? Под крышей. Ну, вот так. Когда бы еще я погуляла? Так, яйца здесь нету. Тут же любит мне уточка нести яйцо. Ну, я не знаю, зайти в гости к этой утке, посмотреть утяток. Ну, если я буду смотреть, надо же их забрать. Я пока не хочу это делать. Забирать не хочу пока. Сейчас все-таки дождики. Ну, не знаю. Короче, сейчас посмотрим, что делать. Сейчас посмотрим. Эти мадамы тут сидят. А утка мне и сюда, вот в это гнездо тоже яйцо несет. Я так думаю, подозреваю, что она и вот сюда несет мне. Подкладывает под уток. Так, утята есть, друзья. Вон они. А ну. Тихо, моя хорошая. Есть, есть. А все ли утятки у тебя тут? Ага, еще есть одно яйцо. Два. Так, два яйца. Все, все, не трогаю. Все. Не задави только. Ну ты встала так вот. Не задави тут никого. Ха-ха, три. Четыре. Четыре вижу. Ну что, забрать их пока? Давай заберу. Давай. Давай заберу. Тихо. Заберу их, а ты заберу. Маленькие. Давай. Раз уже на камеру. Не совсем люблю вот так забирать при включенной камере. Неудобно. Стой, утка. А было четыре вроде. А я троих забрала. Сколько тут их? Дай. Вот он. Вот он. Четвертый. Вроде четыре, да? Так, четыре. Что тут еще делается? Так, один там назревает. Вылазит вроде. Раз, два. Раз, два. Чуть не поняла. Раз, два. Должно быть три. Так, у меня их тут сколько? Четыре. Все. Идем, идем. Все, я текаю, пока она мне не выбежала. Пока не выбежала. Все. Пусть выводит остальных. А мы вот так вот идем. Короче, мы идем. Вот так. Забрала утята утки. Иду в коробочку их положу. Давай, вот сюда вас переложу. Малихей. Ой-ой-ой, куда у меня тут залез? Куда ты мне залез? Давай-давай, вот, четверо. Так, ну должно быть трое там еще, по идее, три яйца. Ну, два целых, а одно, по-моему, там начало лупиться. Утеночек, ну, такой мягкий. Но я не стала уже там рыскать под уткой. Уже так оставлю, пусть она досиживает. Ну, когда уже вылупятся утятки с остальных яиц. Ну, выпущу уже уточку, естественно. Не будет же она сидеть там постоянно. Не будет она там сидеть. Вон они, мои красавчики. Как я по вам соскучилась, по таким вот масеньким, хорошеньким утикам. Как вас давно не было. Да, малыши, месяц уже ждали вас. Нет, не месяц, две недели мы вас ждали. Ой, сейчас выпрыгнет, слышите? Выпрыгнет. Две недельки назад же вылупились вот эти. Вон он, самый маленький. Один и где-то второй. Или это не маленький? Вон тот маленький. Короче. Ой, короче, они уже не маленькие. Вот это самый маленький. Все, несу. А вот это самые у нас большие. Вон тут сидят. Ну, два месяца уже, по-моему. Такая краска красивая. Вот красивые утятки у меня.
Вот, скоро будет у вас тут рядышком прибавление. Уточка да вылупит утяток. Выпущу ее сюда во двор, что делать. Будет тут мне водить вот эту малышню. Так, там у меня 12 и плюс 4, это будет 16. 16 утяток. Все, идем. Идем, идем, мои маленькие. Идем, домик. Так, пришли мы. И мы перешли. Вот такие мы хорошие. Конечно, хорошие. Иди, малыш, иди. Он тут, какие они тут тепленькие, они греют друг дружку. Греют. Давай, иди. Вот они светленькие. Утики светленькие, не темненькие. Вот так. 16 штучек нас тут. Они вот так сбиваются в комочек и друг дружку греют. Ой, какие они тут горяченькие. Находятся они у меня в доме, конечно, в коробочке. Все. Ждут мамашу свою, когда она уже всех вылупит. Вот. Да, малыш? Появились вот такие светленькие утятки. Но это не чисто. Не чисто желтенькие. Но все равно светленькие, да? Хорошенькие. Каштанчик постарался. Молодец, каштанчик. Молодец. Вот так, вот так. Соломку им, слушайте, постелила. Хотя они тут, смотрите, догребли. А ну, вся лёму сюда. Вся лёму. Смотрите, как они сделали себе. Сейчас я их поправлю. Двумя ручками сделаю это. Солому под низ подстелю. Ну все, порядок. Пошевелила их немножко тут. А то сделали себе тут воронку. На картонке голой мне тут все находились. Они себе гнездо такое сделали. До дна добрались. Все такие смешные. Хорошенькие, маленькие. Вот такие, смотрите. Большие, да, уже? Мы уже большие, мы вылупили, скажи. Сейчас. Вас надо еще накрыть чем-то. Лиза очень интересуется, кто тут шубуршит коробки. Постоянно находится рядышком, проверяет, все ли у них в порядке. Чтобы она им не навредила, я их закрываю сеткой. Все, ждем еще остальных. Скоро вылупится. Будет порядочек.